Спонсор программы «Место происшествия» – «Ломбард Титан». Они знают, где покупать. «Ломбард Титан» для всех и каждого. В эфире проект «Место происшествия», и мы продолжаем. Сбил насмерть пешехода и скрылся с места ДТП водитель Deo Nexi на улице Горького. В списке погибших в этой аварии могли быть еще два пешехода, но не успели отскочить от автомобиля. Лихача нашли быстро, из-за разбитого стекла далеко уехать он не смог. Экспертиза показала, водитель был сильно пьян. В деталях происшествия разбирался наш корреспондент Сергей Пичугин. Что мне доказывают? Это понятые, они не имеют к этому отношения. Чудом выживший пешеход Сергей от избытка чувств кричал на понятых. Нетрудно представить его реакцию, если бы водитель Deo в эту минуту был на месте аварии. По словам мужчины, он ехал на предельной скорости и сбил его друзей, Руслана и Наталью. Сам Сергей успел перебежать дорогу. Перебежал вот тут, там Руслан со мной. И Наташа следом шла. Я вот перебежал сюда, потом оборачиваюсь. Руслан здесь лежит. И потом вот Наташа вот сюда, там оказалась. Вот прикиньте, сколько она метров летела, вот такая дура. 31-летний водитель автомобиля Deo Nexi совершил наезд на женщину-пешехода, которая переходила проезжую часть в неположенном месте. По словам очевидца, водитель испугался ответственности и скрылся. Вижу красные фары, притормозил, а потом рванул. И все, исчез. В ДТП мог пострадать и еще один пешеход Руслан. По словам мужчины, ему крупно повезло. Травмы у вас какие травмы? Нет травм, я ничего. У меня нет травм. Вы отлетели на асфальт или на все асфальт, на асфальт? Он на асфальт упал. А женщину? Ее вот так принесло. Женщину, кем она вам приходилась? Сожительница. Вы обращались за медицинской помощью? Руслан? Не надо мне ничего. Не надо? Не надо. Он нормально у него все. Судя по повреждениям на Deo Nexi, далеко уехать водитель не мог. На лобовом стекле образовалась так называемая паутина, затрудняющая обзор. Участника ДТП задержали на перекрестке улиц Горького и Московской и привезли в ГИБДД для экспертизы. Так как имеются признаки опьянения, запах алкоголя изо рта. Значит, Антон Александрович, согласны ли вы пройти освидетельство о состоянии опьянения алкогольного алкотестирования? По поводу ДТП и своего состояния водитель Антон не сказал и слова, однако даже до экспертизы было понятно, результат вряд ли будет отрицательным. Дуем. Все достаточно. Результат видно? Антон, видите результат? 1,023 миллиграмм на литр выдыхаемого воздуха. Сейчас Антону грозит административная ответственность по двум статьям. Это вождение в пьяном виде и скрытие с места аварии. Виновен же в этом ДТП, судя по предварительной сводке госавтоинспекции, не он, а женщина-пешеход. Сергей Пичугин, место происшествия.